есть люди, трендеры, которые вам каждый январь напишут там, то, чем нужно заниматься в медиа в ближайший год и так далее. Я не умею, так? Я могу рассказать, как я размышляю, как я думаю. Семинар сегодняшний для меня стал небольшим толчком к тому, чтобы измениться с другой стороны, со стороны планирования. Как планирование материала, чтобы отойти от формата чукчи, что вижу, то пою, так и планирование времени, тайм-менеджмента в подготовке тем, подготовке каких-то дополнительных к текущим событиям, текущим репортажам проектов. Знания приходят тогда, когда они должны быть прийти, тогда, когда ты готов принять. Вот, наверное, в этот момент я готова принять эти знания, уже четко себе понимаю, что нужно делать, как этим пользоваться, и знаю, какой первый пост в своем блоге я перепишу, пользуясь концепцией маэстро. Итак. Это супер круто. У меня появилось вдохновение. Правда, здорово, Оксан. Вообще просто. Это служение. Тебе в карме вот зачтется. Спасибо. Есть такое восприятие, типа вот учиться надо в школе, а то, что по телеку, а то, что в компьютерных играх, а то, что там на Ютубе, это все не обучение и вообще нет. Как только мы размываем границу между медиа и образованием, мы понимаем, что есть огромное количество медийных продуктов, которых можно встраивать в процесс обучения. Тренинг прошел по плану. Он мне дал осознание того, что я не один такой дурак, который работает в такой парадигме. Пару подчеркнул инструментов для своих тренингов, прям конкретных находок, то есть как можно закручивать участников. И подчеркнул пару форматов материалов. Очень здорово. Ну, считаю, что не зря. Это было довольно рефлексивное такое обучение, чтобы внутри покопаться, вот, посмотреть, как другие люди реагируют на ту же самую парадигму мышления, что и у тебя. Ну, практически нет здесь ни одного слова, ни одной технологии, ни одного способа вообще работы с людьми или с материалами, который бы остался бы невостребованным и неиспользованным. В этом смысле для меня это, конечно, такой бесценный опыт, потому что кажется, что ты много чего знаешь и много чего умеешь, но вот в условиях такого трехдневного тренинга смыслы переупаковываются совершенно иначе и создается какая-то новая структура, новая система, как будто ты узнаешь, что вот ты до этого момента жил в таком эвклидовом мире, да, в трехмерном, а тут у тебя раз и геометрия Лобачевского начинается, да, то есть совершенно другое измерение и другое пространство. Поэтому спасибо, что Оксана приехала, что вообще есть такой проект. И, собственно, этот тур – это как раз тот способ, когда мы через одинаковые тренинги, через близкие темы и близкие упражнения мы находим в разных регионах людей, которых друг с другом хотим перезнакомить. Интересные методики преподавания, как подавать лекции, чтобы студенты большую часть усваивали, и интерактивными методами мы сами будем преподавать современную теле- и интернет-журналистику, и поэтому вот мультимедийные какие-то интерактивные формы нам самим интересны, и сегодня, можно сказать, мы получили много разной информации о том, как подавать информацию и что делать, чтобы наши лекции были интересными и полезными.
Все действительно очень интерактивно. Видно, что у человека хороший, сильный опыт, и человек горит своей работой. Я много лет уже в журналистике, и со временем немножко потухаешь. И вот такие семинары, такие встречи, когда мы общаемся, и когда вот видишь такой огонь в глазах, что человек болеет своей профессией, любит ее, тогда ты снова зажигаешься и снова хочется работать и творить. Спасибо большое, ребята, вашей всей команде. Давайте дружить, общаться и менять мир к лучшему.